Теоретические критерии. Школа «Там-Там» специализируется в области изобразительного искусства. «Там-Там» не является школой в обычном понимании этого слова, поскольку она не основывается на привычной модели обучения, предусматривающей передачу концепций, методик и техник от маленькой группы людей, которые обладают знаниями, к большой группе, которая ими не обладает. Школа «Там-Там» не принадлежит ни тем, кто знает, ни тем, кто не знает. Она не основывается на привычных отношениях между учеником и учителем. Она существует для тех, кто хочет совместно открыть для себя и выбрать концепции и модели, которые им подходят. Школа «Там-Там» не следует привычным способам организации учебного пространства. Она не является ни коллективной, ни обязательной, ни авторитарной, ни государственной, ни буржуазной, ни рабочей, ни идеологической. Школа не требует ни участия, ни взаимовлияния культур. Школа не передает зашифрованные сообщения. Школа может существовать, а может и не существовать. Это естественное событие. Когда она существует, она побуждает к особенному, индивидуальному образу жизни. Школа «Там-Там» не морализирующая, оригинальная, нерегулярная, классическая и неструктурированная. Ее стратегическая цель направлена на то, чтобы все люди являлись производителями и потребителями собственно непредсказуемой умственной деятельности, как форму спонтанного общения в одиночку или в группе людей. Тактическая цель школы заключается в ликвидации институционного образования. Она образуется не путем накопления, а путем возвращения к нулю. Школа «Там-Там» заимствует свои концепции у детей, авангардистов, параноиков, дикарей, гуманистов, архаичных культур и древних классических мыслителей. «Там-Там» не образована из школьных зданий, ни красивых, ни уродливых. Она не существует в рамках расписания занятий, но потенциально присутствует везде. «Там-Там» — это виртуальное психофизическое пространство, которое доступно всем и всегда. Подводя итог, смысл школы заключается в ее отсутствии.